Спортивная площадка Манежа трансформировалась в большой зрительный зал. На этот раз поводом стал праздник «Сила Севера в людях», который приурочен ко Дню волонтера. Кристина Солодилова занимается добровольческой деятельностью, помогает в организации патриотических и культурных мероприятий. Достижения девушки отметили на региональном уровне. Она стала лауреатом специальной губернаторской стипендии. Я захотела помогать людям, дарить улыбку на их лицо, чтобы они говорили мне просто большое человеческое спасибо, а не получать какие-то материальные блага. Почти 2 часа на сцену один за другим выходили волонтеры, чтобы получить заслуженные награды. Последние пару лет выдались для региона непростыми. Добровольцы находились на передовой во время коронавируса. Собирали и продолжают собирать гуманитарную помощь для бойцов в зону действия СВО. Помогают семьям солдат. Я работаю не то, что на какие-то награды, я работаю в первую очередь для себя, в свое удовольствие. Потому что вот эта деятельность, она приносит мне очень удовольствие, мне тепло просто на душе от того, что я делаю. Посетила мероприятие делегация из Приморского района Запорожской области. На празднике был организован телемост, с помощью которого северяне смогли увидеть символическое открытие молодежного пространства «Сопки». Здесь есть новые кабинеты для творчества и досуга, студия звукозаписи и мини-музей. Те ребята достойны тоже, чтобы у них была соответствующая инфраструктура. И это еще большая связка между Мурманской областью и Приморским районом. Стоит отметить, что добровольческое движение в нашем регионе растет с каждым годом. На платформе «Добро.РФ» зарегистрировано почти 22 тысячи человек. За минувший год прошло больше 4000 мероприятий. Реализовано 683 добровольческих проекта. Александр Песков, Максим Кравченко, ТВ 21+.